Приветствую, друзья, на канале Кухня Аборигена. Наводнение наше продолжается. Сегодня у нас уже 26 октября. Вот посмотрите, все еще в воде. И самое интересное, ребят, проблема. Вода в Хабаровске начала опять подниматься. Все затоплено, огород, еще столбы стоят затопленные. Еще хуже всего по большой воде у нас огромная проблема. Нет рыбы. Сегодня уже 26 сентября. И мы еще ни по одной рыбке даже не поймали. Вот такая песня. Виной тому предварительно думаем, что в низовьях Амура стоят огромное количество заездок, ловушек. Все дело в рыбопромышленниках. Просто перекрыли Амур и не пропускают рыбу. Так что вот так у нас, друзья, здесь дела происходят в 21 году, 27 сентября. Рыбалка у нас до 7 октября. Хотя я слышал, что у нас рыбалочка вообще будет до 3 октября. Как жить дальше, я не знаю. Рыбы нет, но вы держитесь, да? Или как денег нет, вы держитесь. То же самое с рыбой. Полный беспредел, короче. Я даже не знаю, что делать вообще прям. Это такого не было никогда. Вообще никогда не было на Амуре. Чтобы кита не доходила сюда, до Нанайского, до Амурского района, такого не припомню. Так что такие дела, друзья. Вот. Метка красная. Где-то на полметра выше была вода. Даже почти на метр в этом году. До дома не дошла, а вот берег. До дома совсем немного. Но в 2013 году вода доходила до дома. А так вот меточка у нас есть здесь. Это у нас 2019 год, кажется, если не ошибаюсь. Такие пироги, друзья. Амур гудит. Но рыбы нет. Киты нет. Уже подают и петицию, и обращение к президенту, и губернатору, и всем-всем-всем. Куда только можно было подавать. Тишина. Хотя бы разрешили рыбачить с поводками, подвесами. До 2019 года это было возможно. Сейчас это убрали. Сейчас нужно ловить непосредственно в притирку конкретно, чтобы балберы были подвязаны кверху и сетка плавала чисто поверху. Ну а рыбы, соответственно, ты не поймаешь. То есть, ну, сделано так, что ты вообще просто рыбы не поймаешь. Вся рыба идет дном. Дном, ну и на середине, по крайней мере. Такие пироги. Так что, друзья, рыбалки у нас нет. Киты нет. Воды много. Дороги здесь уже, наверное, с весны, наверное, недельку всего дорога была, ее тоже нет. Проблем хватает. Представляете, нанайское население, ну, коренные малочисленные народы, остались без киты. Это как так? Это где так было? Я вообще не помню, это просто беспредел. Надо что-то решать, думать. Но все в рамках закона. Ладно, друзья, подписывайтесь на канал Кухня Аборигена. Всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Всем пока-пока.